Вся в мать. Жительница Рижа назвала дочь в свою честь. Дала ей не просто свое имя Мира, но и отчество, точнее матчество Альмировна. Законно ли это, выясняла Яна Имакаева. Этой малютке всего полгода, но она уже успела прославиться на весь Средний Урал. От журналистов нет отбоя. У девочки вместо отчества – мачество. Меня зовут Мира Альмировна, а мою маму зовут Альмира. Да? Я названа в честь ее. Альмира Давлетханова воспитывает ребенка одна. О том, чтобы дать дочери отчество по имени отца девочки, в семье и речи не шло. Ну, не хотела давать абы какого отчества. Отец не захотел с нами дальше жить. И я решила, чтобы не давать непонятное отчество, лучше дать свое. Так как малышка родилась в Екатеринбурге, регистрировали ее тоже здесь, в ЗАГСе Железнодорожного района. По словам сотрудников, отчество по имени матери их ни капли не смутило. Есть понятия женские и мужские имена в одной группе. В татаро-башкирских именах такие имена Альмир и Альмира. Соответственно, от имени Альмир дается отчество Альмировна Альмирович. Поэтому никаких вопросов к отчеству при регистрации этого ребенка не возникло. Юристы говорят, что в законе нет понятия мачества, но мать вправе выбирать своему ребенку любое отчество, если не установлено отцовство. В противном случае малыша записывают только по имени папы. Если иное не предусмотрено национальным обычаем или законом субъекта Российской Федерации. В Российской Федерации много субъектов, есть национальные традиции, и где-то, может быть, существует или появится обычай называть по имени матери. Если это будет узаконено, то это будет абсолютно законно. Сегодня Еленовны и Татьяновичи в России скорее исключение, чем тенденция. Последний громкий случай был в 2012 году, когда екатеринбуржец Сергей Мухлынин решил сделать себе отчество-мачество. Закон такой креатив не запрещает. Ну вот это и случилось. Теперь я официально Вера Викторович. Моя мечта сбылась. Выразить уважение матери в своем отчестве мужчина мечтал не один год. Тогда сотрудники ЗАГСа пошли экспериментатору навстречу. Поддержала и жена. А что до маленькой Миры Альмировны, родственники надеются, если у нее отчество по имени мамы, то и вырастет она такой же сильной и доброй. Яна Юмакаева, Михаил Якунин и Кирилл Ростовский. События ОТВ.